корректировка лекал по табелю мер и обмерным данным с помощью программы «Калькулятор». Корректировка лекал по табелю мер. Для корректировки размножения лекал по табелю мер нужно найти разность фактического измерения лекала и требуемых данных табеля мер. Это и есть величина корректировки лекал. Например, измеряем фактическую длину изделия по лекалу спинки. Вызываем результат промера по всем размерам и сохраняем его в буфер. Переходим в программу расчета в калькулятор, здесь же или с помощью отдельной функции. Первая закладка данных F автоматически заполнена данными, сохраненными в буфер. Создаем новую закладку G и в ней вводим данные табеля мер по длине изделия. Величины здесь можно ввести вручную, либо для быстрого заполнения таблицы можно использовать служебную функцию F5, щелкнув правой клавишей мышки в окне ввода данных. Вместо звездочек в формуле прописываются имена рабочих закладок, а вместо слова дельта – величина размерного приращения данного обмерного признака, например, длины изделия. В данном случае в закладке G выполним расчет функции по данным этой же закладки G с величиной приращения 0,3. Программа выполняет расчет данных от величин базового размера с превращением 0,3 см. Создаем новую закладку H и вводим для нее формулу разности закладок F и G, то есть разности фактических и требуемых данных. Выбираем одну из команд смещения точек или участков, например, точка сместить по Y. И на величину в закладке H, то есть разность фактической требуемой величин, можно удлинить или укоротить изделие. Вызываем пересчитанный после изменения длины промер. Видно, что теперь измерение длины изделия соответствует величинам, требуемым в табеле мер. Корректировка лекал по обмерным признакам. Для градации лекал в соответствии с размножением обмерных признаков можно в одной из закладок программы «Калькулятор» составить таблицу величин обмерного признака, например, полуобхвата талии, согласно данных табеля мер или нормативной документации ОСТОВ-ГОСТОВ. А затем создать новую рабочую закладку и щелчком правой клавиши мышки вызвать служебную функцию F6 для расчета размерного приращения. Вместо звездочек в формуле нужно поставить имена закладок таблицы. В данном случае в закладке H рассчитываем размерное приращение от величин закладки G. Можно в новой закладке распределить общую величину этого приращения для градации. Например, 0,6 от этого приращения пойдет на градацию полочки по талии, а 0,4 на спинку.
Программа выполняет расчет приращений. Эти данные можно сохранить и использовать для градации лекал в таблице приращений.